Привет, зритель. Возможно, мои волосы сейчас в кадре будут. Может, даже я сама тут слегка буду в кадре. Ну, как бы можно было и не резать, наверное. Ножичком у меня тут уже разрывается. Во. И будет у меня теперь светло практически всегда. Краёбочка большая. Это у нас Кэнс DC-26. Тут у нас штативчик. Короче, мы сейчас все это увидим с тобой, я думаю. Там даже немножко кошки в кадре. Кольцо. Я почему именно этот выбрала вариант? Ну, как бы оно устойчиво, штативчик, то есть все. Потом кольцо можно при случае, если пошире потом взять, докупить. Тут у нас провод. Чтоб поставить на штативчик. Управлялочка. Можно, в принципе, даже сейчас уже протестить, не собирая. Временно от своего хаба взяла эту штучку, она как раз по напряжению подходит. У меня тут совсем недалеко есть удлинитель небольшой от розетки. Правда, к ней бы инструкция по применению не помешала. Не все ж умеют юзать лампу. Прям вот сразу, как увидел, кстати, тут уже горит. Во! Слушай, зритель, как прикольно. Это у нас... Вообще, на самом деле, это желтый цвет. Но передается он несколько иначе. Вот он тусклеет. Во, поменялось. В общем, сюда нажимаешь, и другой цвет идет. Сюда потусклее, а сюда... О, смотри, как ярко. Очень ярко. Даже глаза болят смотреть так ярко. Самый минимум. Это уже холодный совсем цвет. Тут, в общем, желтый, теплый... Нейтральный. Что тут у нас есть? У нас есть вот такая хренотень. У меня похожая, только намного меньше, есть на маленьком штативчике. Я уж не помню, такой хрен я в свое время покупала. По-моему, у меня тогда еще был просто, я снимала на видео, не на видеокамеру Sony, а на фотик Sony. Открутить. А, да, вот откручиваешь, и можно вот как там его. 360 градусов практически. Ну, чуть меньше на самом деле. Сделать. И тут вот, видимо, палочка на головку штатива, на площадку штатива. У нас есть такая махровенькая для телефона, и она вот раздвигается. Раздвигается только с одной стороны. Вот тут есть еще одна хренотень. Это какая-то там такая палочка. Блин, я-то думала, она наклоняется, ну, как проволочка, вот так вот можно согнуть. А она, кажется, за счет вот шарнирчика здесь. О,
Оказывается, оно вот так. Оно не снимается по-другому. Но это тоже крепежка для телефона. Смотри-ка, зритель, их две. Я решила попробовать, думаю, она гнется. В общем, можно, допустим, вот так сделать. И уже тогда сам штатив, вот такой вид у тебя как бы сверху на него. Я вдруг поняла, эта штучка, ну, можно поставить просто на, вот, на головку, а можно поставить на эту площадку, если надо лампу, допустим, как-то по-другому наклонить, а не только прямо держать. Очень хорошая комплектация, считаю. Вот, кстати, вот с другой стороны оно. Вот это сюда вставляется. Если здесь вот ослабить чуть-чуть, а потом закрутить, оно вот так вот будет держать телефон ровный, ну там более-менее ровно установить, вот. Вот так оно. Вот я перешла в положение уже такое. И смотри. Вот он в сложном состоянии. Здесь он никак не закреплен. Вот в этом месте, в отличие от моего, который вот специально там за камерой сделан. Как бы ты ставишь его на землю, но тут есть вот крючочек для утяжеления. Можно при случае переносить за ручку. В общем, за этот треугольничек крутишь, и можно ее вот поднять. Также есть вот площадка, которая поднимается. Даже вот вот так прям поднимается. Съемная панелька. Вот. Оно закрепилось, а? Оно вроде как немножко далеко я поставила, но практически полностью раздвинула штатив. Да. Вот, если держать просто клавишу с минусом, вот оно совсем уменьшается. Но мы можем сейчас перезагрузить, и оно точно такое же бледное, белое становится. Третий цвет. Вот это уже холодный белый. Это максимум весь. Можно еще тут поэкспериментировать, допустим, наклонить ее. Вот так можно сделать. Если еще шарнирчиком, то оно будет, соответственно, по-другому немножко. Видео на камере пошло. На телефоне пошло. Сейчас мы свет включим. Это у нас какой? Это у нас ярко-желтый, я так понимаю. Это теплый свет. Я раньше не очень догоняла эти теплые цвета. Ну, как понять, что это теплый свет? Когда меня спрашивали, он теплый или холодный, я говорю, в смысле? Говорит, ну, говорит, так или так. Мне бы говорили, холодный там, ну, этот белый свет или желтый свет. Так, сейчас уменьшим. Так, вот это снимем. Ой, телефончик, эту штучку можно вертеть, вот, на себя камеру направляя. Это у нас тусклый желтый свет. Перезагрузка. Это у нас, я так понимаю, нейтральный свет. Тусклый нейтральный свет. Или тусклый теплый свет, хрен его знает. Кто в этом понимает больше меня, скажите мне, ладно? Но я уже говорила в другом ролике, об этом скажу, что я, конечно, не уверена, что именно с этой лампой можно будет снимать в полный рост одежду на себе, вот примерку, да. Но, если что, у меня там есть мысли по поводу другого такого же типа света. Не кольцевая лампа, что-то просто тоже как бы свет для видео, но немножко другой. Я его потом тоже закажу. Так, и перезагруз, это у нас самая яркая. Так, самый яркий
белый свет. Это при том, что я сейчас с лампочками снимаю. Перезагрузка. А вот холодный свет. Яркий холодный свет. И очень бледный. Ну, уменьшаю я совсем бледный. Бледный белый свет. Сейчас я попробую просто со светом свет выключить на потолке, что получится. Темноте. Вот это. Можно, в принципе, так писать АСМР какой-нибудь. У меня был, по-моему, на механке какой-то такой темненький АСМР при торшере, который сейчас в деревне. Так, сейчас поярче сделаю. Как он? Ну, это я на телефон сейчас пишу, как бы. В принципе, пишу на камеру. Камера пишет, как я пишу на телефон. Вот оно. Поменяем сейчас на желтый. Вот желтый в темноте, он как-то даже более так желто светит. Немножко как бы так. Тусклый желтый. И нейтральный белый, хрен знает. Он, наверное, не белый теплый. Желтый теплый, белый холодный и белый нейтральный. Знает, как я в них реально как-то путаюсь. Немножко не разбираюсь. Ну, желтый, как теплый цвет я могу отличить от, конечно, от холодного цвета. Но то, что посередине, как его назвать, наверное, нейтральный это, наверное, скорее все-таки. Вот, нейтральный цвет. Меня сначала, когда я выбирала эту штучку, кольцевую лампу вместе с штативом, у меня как бы приоритет был, что вот именно штатив там должен быть нормальный. А потом я просто еще глянула, что там именно эту выбрала, потому что на ней было написано, что штатив повыше, и как бы тут четыре каких-то типа цвета. Но четвертого цвета мы с тобой, зрители, я так понимаю, не наблюдаем, и штатив у нас не 2 метра 10 сантиметров, а несколько пониже. Потому что как бы он примерно чуть ниже меня ростом на полный вытянутый такие, а я 162,5 сантиметра. Может, что-то такое, ну, какой-то предмет. Какой предмет? Чехол. Так, давай перезагрузим на белый, вот, холодный цвет. Вот чехол для сравнения. Ого, потусклее. Совсем поярче. Очки там отражаются. О, у меня батарея разряжается, оказывается. Ну ладно, в общем, сейчас я уже попробую поснимать на камеру. Это опять же, соответственно, сейчас вечер, уже где-то около 8 вечера. У меня 5 лампочек на потолке. Это я сейчас с одним светом. Это я сейчас вообще без этого света, только с потолком. Вот так. Так, включаем заново. Это у нас был предыдущий свет. Это сейчас холодный свет, тусклый самый. Это самый яркий. И сейчас вот перезапуск на желтый свет. И вот это самый яркий желтый. Ну и сейчас вот уменьшаем его. Это самый тусклый желтый. Снова сейчас перезапуск. Это тусклый белый. Тут я на максимум все делаю, а сейчас вот, допустим, такой средний такой, посередине, не яркий, не тусклый. Холодный, желтый и белый. Спасибо за возможность купить эту хреновину, Наташа из Америки. Пока. Не забудь поставить палец кверху.